Привет! С вами Натали Филенко. В предыдущих видео я вам рассказала, как я путешествовала во Франции, в Париже и в Монте-Карло бесплатно, обмениваясь домами. И сказала, как я хотела бы, чтобы ко мне тоже, кто, представляете, прямо вчера перед отъездом, потому что я в Антиб, это около Кан. И прямо перед отъездом мне написала женщина из Франции, что ей нравится моя квартира, она хотела бы остановиться. И я быстренько приготовила дом для 5 человек, потому что она с 3 детьми, с мужем. И уехала, оставив ключи. И у этой женщины тоже уже много путешествий. И вот так вот мы меняемся домами. Посмотрите мое прошлое видео, как я вам рассказываю, как я съездила в Монте-Карло. Сейчас я нахожусь в Генуе. И мы едем в сторону Вентимилии, потом пересекаем границу и в Антиб. Интересуют вот эти дамочки. Они в каких? Они в кокошниках, как по всей Италии кокошники. И дальше идет Кристофор Колумб, такой русский парень с каким-то якорем. Но давайте переведем вот эту дату. Мне она тоже что-то напоминает. А это тоже по обмену домов. Поэтому, кто хочет вот так вот классно путешествовать, в описании будет ссылка, как зарегистрироваться и получить бонусы, потому что вам сразу по этой ссылке, регистрируясь, вам приходят бонусы. И вы можете на эти бонусы уже как на деньги путешествовать, заказывать себе путешествие. То есть еще вчера я записывала видео, вернее, я вчера опубликовала, но неделю назад я записывала видео и сказала вам, что у меня вот уже на нуле, у меня уже нету этих поинтов, и сегодня у меня уже опять 700 поинтов, потому что ко мне едут. Так что это очень классная система, советую всем зарегистрироваться в Home Exchange. Переходите по ссылке, также послушайте другие, как я была в Париже целую неделю, на Монмартре жила, и как я была около Монте-Карло. И там тоже мы провели великолепное время, отдыхая на море. Это просто шик, конечно. Я очень люблю Лазурный берег. Я там прожила в Ницце 10 лет, и моя любовь. Поэтому все время туда возвращаюсь. Как есть момент, возвращаюсь. Вот, а сейчас я вам расскажу, как это функционирует, покажу наглядно. Посмотрите, пожалуйста, как функционирует этот аккаунт. Вот мой аккаунт, у меня сейчас уже 5000, почти что 1000 поинтов, на которые я могу сделать один или два путешествия. У меня уже 2 раза я ездила в путешествие. И смотрите, буквально вчера мне написала, вот здесь вот месседжи есть, мне написала вот Анна и Жан Батист, которые ко мне хотят приехать на 4 дня со своими детьми. И я им дала окей, и поэтому мне пришло сразу 700 этих поинтов. 4 дня они у меня будут, я им оставила квартиру, а сама еду тоже в путешествие, поэтому мне очень удобно. И сейчас мне написала вот Мануэла, она хотела бы ко мне приехать 16 числа. И если я, но детали, видите, 16 по 21 число, и получается, я не знаю, сколько там гастпоинтов, их 4 человека. Я пока что ей не дала ответ, но я могу вот здесь вот нажать кнопочку, что я согласна, вот детали, что при апрувелю скамбио, вот здесь вот я нажимаю кнопочку, и тогда я соглашаюсь на ее приезд. А сама в это время я могу пойти, вот смотрите, и найти себе, ну, допустим, Лондон, да, Лондон. Ну, правда, сейчас там ужасные дела, революция, но, допустим, Лондон, Канада, но Реньо-Унито, так. И какое число? Например, вот она 16-го ко мне приезжает, а я до 21-го хочу съездить в Лондон. Один взрослый, один ребенок. Так, и вот я смотрю, видите, вот за 96 поинтов. Значит, я 10 дней могу в Лондоне находиться. Вот надо посмотреть. Вот здесь за 66 поинтов, видите, 80.
89, вот, допустим, вот квартира. Смотрите, какая квартира. Смотрите, где она, и пишите контакты. Вот здесь вот контакты. Хочу к вам приехать. И пишу, хочу, чтобы она ко мне приехала, а я к ней, это скамбио речеплику, или гестпоинт, обмен гестпоинтами. Вот надо выбрать, что она хочет только приехать ко мне, то есть она выставила эта квартира, что только я к ней, а она ко мне. Наверное, у нее нет гестпоинтов, поэтому она так выставила. Ну вот, пишу всем, кому мне нравится. Разные квартиры есть, видите, дешевые, даже вот за 42 есть, за 112 есть, за 275, вот такие вот красивые квартиры, вот видите, отличные вообще, супер. И вот так вот обмениваешься домами с людьми. Но это надо иметь определенный, конечно, менталитет для этого и желание путешествовать. Вот, если у вас это есть, все два сходятся, то регистрируйтесь по ссылке по моей и получайте плюсом поинты. То есть, когда вы зарегистрируетесь по моей ссылке, вам придет 500 поинтов плюс к вашему же. И мне тоже добавится поинтов. Не знаю сколько, но сколько-то добавится. Все, всем привет! С вами была Наталья Филенко. Пока-пока, путешествуйте. Встретимся в путешествиях. Офигенно, такой великолепный пляжик. Просто здесь возлежат. Вот здесь, в низинке. А вот там можно купаться на глубине, подальше. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите внизу или в Телеграм.